Гонка на миллион. Пристегнитесь и заводите мотор. Возвращение сильной машины по имени Элеонора. Этот беспощадный «Мустанг» 1967 года с кузовом «Фестбэк» может обойти любого как на дороге, так и на киноэкране. «Элеонора» — это точная копия автомобиля, который впервые появился в фильме «Угнать за 60 секунд». «Мустанг Элеонора». Предельная скорость 273 км в час. Закись азота. Цена до 190 тысяч долларов США. Эта малогабаритная машина развивает скорость до 273 км в час. Машина поставляется в двух конфигурациях. Вариант первый. Безудержный монстр с 6,5-литровым двигателем выдает 535 резвых лошадок. Вариант второй. Для тех, кто любит погорячее. Двигатель с наддувом увеличивает мощность Элеоноры до 750 лошадиных сил. Эта крошка стирает соперников порошок, разгоняясь с нуля до 100 км в час всего за 3,9 секунды. Скорость и очарование этой легенды делают ее исключительной. Элеонора уже несколько десятилетий блистает на киноэкране. В 1974 году, еще до съемок с Николасом Кейджем и Анджелиной Джоли, она покорила сердца зрителей в оригинальной версии фильма «Угнать за 60 секунд». В то время она выглядела немного иначе, но, тем не менее, это все тот же «Мустанг». Элеонора — настоящая кинозвезда. Она одна из самых популярных машин в мире, снявшихся в кино. Рискованные трюки, зрелищные столкновения и самая продолжительная за всю историю кино погоня на машинах превратили Элеонору и картину «Угнать за 60 секунд» в культовую классику. Элеонора, будь то оригинальная или переоборудованная, это машина с характером. Она великолепна. Она покорила публику, влюбив ее в себя с первого взгляда. Денис Халики, исполнительный продюсер ремейка фильма «Угнать за 60 секунд». Благодаря ей этот удивительный автомобиль стал ближе к народу. Покойный муж Денис, независимый кинорежиссер Тоби Халики, был создателем оригинальной малобюджетной версии фильма, в которой Элеонора появилась в первый раз. Компания по восстановлению старых автомобилей в Юконе, штат Оклахома, это то место, где на свет появляется каждая новая Элеонора. Конструктор Джейсон Энгел занимается производством скоростных автомобилей вот уже более 15 лет. Его профессиональная команда с любовью переделывает и восстанавливает каждую деталь автомобиля, воссоздавая точную копию кинозвезды. У Элеоноры свой неповторимый стиль. Эта машина, пожалуй, самая узнаваемая машина в киноиндустрии. Классическая конфигурация вкупе с современным дизайном позволяет Элеоноре по-прежнему сохранять статус одного из самых мощных автомобилей в мире. Элеонора сохранила очарование времени. Это «Мустанг» 67 года, собранный в 2009. Сборка машины начинается здесь. Это свалка, где отжившие свое «Мустанги» покоятся с миром. Со свалки старая развалина попадает на струйную очистку, где с нее снимают остатки краски оригинальной модели. Теперь каркас готов принять новое тело. Автомобиль собирают вручную и только из деталей, официально признанных компанией Ford. Вот это место подверглось коррозии. Эти «Мустанги» постоянно ржавеют вот здесь и сзади тоже. Мы не восстанавливаем эти места, а просто заменяем старую деталь. Приставляем ее и привариваем. Мы заменяем изношенные панели, и по прочности автомобиль снова соответствует всем требованиям оригинального «Мустанга» 67 года. Все новые детали защищены от коррозии и обещают прослужить долго. Дальше за дело принимаются мастера по восстановлению кузова. Эти неутомимые Микеланджело удаляют старые сварные швы, превращая деталь в пыльное, но совершенное произведение искусства.
Элеонора сияет благодаря прозрачному покрытию кузова. Это последний штрих в шестиэтапном процессе покраски. Это очень прочное вещество придает кузову идеальный блеск. Оно устойчиво к царапинам и заменяет целых 4 слоя другого покрытия. 8 из 10 наших клиентов выбирают знаменитый темно-серый цвет с черной полосой. Наверное, потому что хотят заполучить ту самую кинозвезду, ту легенду. Каждый из этих красавиц собирается вручную, безо всяких автоматов, за 2500 человеко-часов. Искусные мастера, как и прежде, вкладывают в свою работу всю душу. Вот эту небольшую деталь никто не производит. Мы везде искали, но безрезультатно. Поэтому мы берем ее со старой машины, чистим, полируем и устанавливаем на новый автомобиль. В такой ракете, как эта, не могли не позаботиться об устойчивости задних колес. 20-сантиметровый самоблокирующийся дифференциал позволяет задним колесам поворачиваться одновременно, что обеспечивает в два раза более надежное сцепление с дорогой, чем в оригинальном «Мустанге» 1967 года. Спиралевидная подвеска, в отличие от листовой рессоры, позволяет машине перемещаться как по рельсам. А этот алюминиевый монстр – главная составляющая автомобиля. Даже незначительная ошибка в расчетах при его установке может стать причиной низких показателей. Вот почему конструкторы так педантично относятся к мельчайшим деталям. Они стараются придерживаться строгих стандартов и с хирургической точностью помещают сердце Элеоноры под капот. Крутящий момент двигателя составляет 739 ньютонов на метр. Но если вам и этого мало, Элеонора может задействовать резервных лошадок при помощи закиси азота. Это вам не просто веселящий газ. Он поступает в двигатель из этого сосуда и охлаждает тепловоздушную смесь, обеспечивая дополнительную мощность в 150 лошадиных сил. Вы нажимаете вот на эту кнопку в то время, как мчитесь по дороге на третьей передаче и настолько увеличиваете мощность двигателя, что вас прижимает к спинке сиденья так, будто вы взлетаете на самолете. Сейчас 535 лошадок. Повеселимся? Задействуем азот. Элеонора – высокоскоростной автомобиль, и здесь, конечно же, не забыли подумать о безопасности. Мы решили использовать ремень с пятиконечной застежкой для защиты от перегрузки. Ремень надежно прижимает вас к креслу, в то время как вам кажется, что вы мчитесь со скоростью света. Ремни безопасности крепятся к кожаным спортивным сиденьям. Роскошный интерьер включает в себя также изогнутый рычаг переключения передач, отделанный под дерево руль и классическую арматуру двери. Как дань фильму «Угнать за 60 секунд», Элеонора носит на тахометре и подлокотниках его эмблему. А рычаг переключателя передач с кнопкой, приводящей в действие азот, и надписью «Давай, детка, давай» напоминают о непокорном духе оригинала. И вызывает гордость Деннис Халики, которой удалось воплотить творение покойного мужа на дороге. Элеонора, как и все, что касается картины «Угнать за 60 секунд», уникальна. Каждый автомобиль сделан вручную. Это настоящее произведение искусства, каким могут похвастаться только марки высокого уровня, как, например, Феррари, Ламборджини, Роллс-Ройс. «Мустанг Элеонора», этот суперкар, признанный голливудским идолом, заставит вас почувствовать себя кинозвездой.